себе нравится монами, рациями, факсами, телефонами, пока связанными. Удивление хочешь визави. Всех буквально частей света. И одно из небольших объявлений. Группа из Монголии, гитарист сломал руку по пути, пока переходил границы, поэтому они не приедут. В связи с тем мы приняли решение по-товарищески заменить эту группу завтра, в пятницу, на набережной. Так что всем, кому не хватило мумий-тролля сегодня, добро пожаловать! Завтра на набережную, как вы знаете, ходят бесплатно, всю жизнь. И мы сыграем те песни, которых вы сегодня, наверное, не слышали. Так будет, наверное, честнее. Ну или некоторые, которые вам очень хочется, потому что без песни «Владивосток» куда же мы денемся завтра? Это было лирическое отступление и ненавязчивая реклама завтрашнего фестиваля. Спасибо вам большое за поддержку.